Ава, с вами Юлик. Перед началом хочу вам рассказать про японские глазные капли. В отличие от отечественных, они полностью устраняют раздражение, красноту, усталость, дискомфорт. Также в них есть витамины, аминокислоты, которые помогают сохранить остроту зрения. И еще в них есть ментол. Количество ментола в них разное. Вот в этих их много, но вот в этих их еще больше. Просто максимум. Когда ты вот это себе капаешь, у тебя просто начинает жечь глаза первые минуты, но потом остается приятная свежесть. Помимо ментола, в них есть витамин В6. Но где больше витаминов, так вот в этих каплях. В6, А, Е. Здесь не так много ментола, но витаминов много, аминокислот много. Они помогают сохранить остроту зрения после 40. И не станете слепым. И сможете смотреть мои ролики. Давайте перейдем к просмотру. Следующий урок – это летание на метлах. Для этого нам понадобится, как вы видите, швабра и многоэтажка. Я, как учитель, буду пробовать последний. Я никогда не хотел становиться магом, да и не верю я в это все, но тяжело спорить с больным человеком. Вчера Юлик сильно ударился головой, всю ночь смотрел Гарри Поттера и совсем не спал. Фильмы, конечно, классные, но он подумал, что это все правда и решил, что Волан-де-Морт вернется и всех уничтожит. Это было забавно. До того момента, как он не стал угрожать, что испортит наши паспорта. Для начала нужно определиться с ролями. Денис, чё? Ты больше всего похож на Гарри Поттера. Я вообще не похож на Гарри Поттера. Смотри. Так. А, во! Вылитый Гарри Поттер. Ты неправильно шрам нарисовал. Ты неправильно нарисовал, за это будешь Роном Уизли. Вот. А Илья будет... Нет. Драко Малфоем. Серьезно? Нет, ты будешь Гермиону. Ну смотри, какие вот Гермиона. Так, все, займемся изучением боевой магии. И первое заклинание это Калворио. Или Калварио, я как его знаю. Калворио, заклинание, вызывающее выпадение волос у того, на ком оно использовано. Ну, начинайте. Давай, Гермион, ты же самый умный. Калворио. Погоди. На. О, держи, волшебная палочка. Калворио. Не работает. А если после заклинания вырвать волосы? Нет. О, давай. Калворио. О, а это уже Экспеллиармус. Экспеллиармус. Заклинание вырывает палочку из рук жертвы и выбрасывает ее вверх или в сторону. Денис, давай еще раз. Нет, стой. Во-первых, девочек бить нельзя, а во-вторых, ты не сказал заклинание, так что он, давай на ровне. Сильнее! Я больше не хочу учить заклинания! Окей, замечательно! Не хотите учить заклинания? Не будем учить заклинания! Давайте сразу перейдем к сцене поцелуя Рона и Гермионы! Нет! Тогда переходим к заклинанию Круцио. Круцио. Заклинание боли и ужасных мучений. Это очень серьезное заклинание, поэтому я сначала сам покажу вам, как его делать. Круцио! Круцио! Ты что, блядь, делаешь? Это боевое заклинание. Ну, не Круцио! Ай! Кто хочет попробовать? Я! Давай, на! Круцио! Круцио! Я мне тоже заменяю. Круцио! Ладно, пойду. А ты куда? Практиковаться в твоем любимом предмете, Гермионочка. Зельеварение. Так. Я, короче, разобрался с зельеварением, и я готов. Я готов пройти через стену на платформу 9 и 3 четверти. Короче, пойдемте. Что за херня? Ничего вообще. Пойдем. Что с ним? Погнали. Ты уверен? Да, Гермиона сделала все нужные расчеты. Погнали! Ну и что теперь с ним делать? Ну, в этот раз мы хотя бы спрячем паспорта получше.